Привет, привет, привет! Снова с вами я, Дина Орехова. Вопросы похудения волнуют очень многих женщин, начиная от 18 до 18+. И очень часто люди спрашивают, как похудеть, каким образом, что использовать, например, из знаний китайской метафизики. И я решила создать новую рубрику «Похудей вместе с Диной». Итак, сегодня у нас первый секретик, который я буду раскрывать периодически на наших встречах. Естественно, чтобы быть стройной, нужно заниматься какими-то физическими упражнениями, как я, например, да, хожу в спортзал. Спортзал, конечно же, это обязательно. А что еще? А еще очень важно выбрать день для начала диеты. И очень важно, чтобы назывался он «День избавления». Кого это интересует более подробно, я ежедневно выкладываю на своей страничке ВКонтакте или в Инстаграм ежедневные прогнозы, где вы можете отследить, когда наступает этот день избавления, чтобы эффективно начать свою диету. Ведь в зале занимаются многие, и на диете сидят многие, а результат не всех радует. Поэтому дата для начала, для старта, очень важна. Тогда ваш порыв к избавлению от лишних килограммов будет более эффективным. Итак, это один из первых секретиков. Следите за следующими секретами в моих следующих видео. Итак, всем пока!